Привет, ребята! Всем привет! Сегодня мы будем играть в Дашу-путешественницу, да? Да. Это Даша? Да, Дора. Даша-путешественница. И сегодня мы будем печь торт. Тортик. Вы любите торт? Да, очень. А вы, ребята? Так. Ну давай, наверное, отдадим Алине эту игру, чтобы она нам что-нибудь спекла. Да. Что здесь надо делать, только непонятно. Муку взять, да, с положить в миску. Так. А это что? Это сахар, да? Видишь, тут чашечку чая нарисована. Так, дальше что делаем? Ложечку перемешиваем. Вот. Нажимаем на второй топой. Так, это что? Яйца надо туда положить, да? Одно. Второе яйцо. И третье яйцо. Угу. Масло. Маслечко. И какое-то молоко. Молоко, да, это молоко. Так, молочком все залили. Берем ложку, мешаем. Третий этап. Так, это что? Какой сироп взять? Сироп какой-то? Давай. Ванильный, клубничный, давай. Шоколад. Давайте ягодный вот давайте этот. Давайте все. Вот, сиропика добавили. Берем ложку и мешаем. Так, я уже сделали. Чувствую этот вкус. О, сейчас будем печь уже торт. Ой, какой сделать торт? Большой или маленький? Давайте большой. Нас много. Ну, Алина почему-то сделала маленький. Мы сказали маленький. Нет, мы сказали тебе большой. Вот я эти два сделала. О, два. Два? Это намного лучше, чем один. Нижнюю и верхнюю. Закрываем. О. Даша улыбается. Она довольна. Так, наверное, надо включить. А, вон, время идет. Время идет, уже печется наш тортик. Уже готов. Надо доставать. Достаем. О, кремом нас смазать. Ой, каким цветом мы сделаем? Давайте синеньким каким-нибудь, голубеньким. Да, давайте таким. А этот? Давайте. Ну, да, свечку, наверное, какую-то или что? Каким цветом мы красим? Давайте оранжевый. А, вот, надо нажать вот давайте на эту штучку. Давайте оранжевый. Я украшу. Давайте оранжевый. Надо нажать вот на иконку вот сверху. Да, только украшу его сейчас еще. Нет, ты сперва нажми, а потом укрась. Украшения. Да? Свечки. Свечки. Давайте ягодку наверх положим. Клубничку. Опа, один. Один болей. Давайте киви положим. Апельсин. Апельсин. Лимон, наверное, не будем ложить, потому что он кислый. Ягодку. Давайте вот это. А это что? Это уже смородина. Еще свечку. Вот для Саши. Алине сколько лет? 9 будет лет? Давайте. Ой, Саше 9 лет будет? Да. Сашке давайте испечем торт этот. Видимо, Сашке будет 3. Ну ладно, пусть будет Сашке 3. Давай звездочки Сашке сделаем. Давайте. Разноцветных звездочек добавим. Ну, получше золотых. Пожалуйста. Какая Алина у нас молодец. Только... Или это Даша? Алина это Даша. Я половину молодец. Это у нас Даша положила его в духовку. И все, а я тут все украшаю. Молодец какая. Молодец. Ну давайте уже последнюю иконку. Так, мне не надо сердечко. Последнюю. Так, что сейчас надо будет? Ура! Ура! Всем понравился, ура! Всей семье торт. Все радуются, что Саше исполнилось 3. Сашка, будет тебе 3, значит. Хорошо. Вон какой я усатенький стою. Обнимаю, а я где? Обнимаю. Да. А я башмачок. Дашу. А я башмачок. Нет, что ли? Вот тебе как раз 3. Ты вот волосатенький стоишь с мамой. Да мама нет, тебя держит. Вот же он. Я башмачок. Волосатый такой. Вот это вот? С бабушкой? Нет. Башмачок. А, вот этот? Да. Башмачок, что ли? Это ты, да? Да. Ясно. Ну, интересная игра. Вам понравилось? Очень. Печь пироги с Дашей? Ладно, мне тоже понравилось. А вам, ребята, понравилось? Да. Играть в Дашу-путешественницу и печь пироги? Да. Здорово. Ну тогда подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Заглядывайте в группу ВКонтакте. Всем удачи, всем пока. Пока.